Российской Федерации безвозмездной финансовой республики Ольга Лаврова. За российскую сторону подписывает министр финансов Российской Федерации Сергей Старчак. Направлениях работы, которые мы запланировали на ближайшие годы. Вот. Так что мы к этому готовы. Российская делегация, естественно, тоже во всеоружии. Ну и на хорошем фоне для этого является церемония подписания одного из документов. За последнее время их было много, которое только что состоялось на наших глазах. Еще раз большое спасибо за приглашение и за обеспечение работы саммита премьер-министров ШОС и нашей работы. Сегодняшней финансовой поддержки, гуманитарных грузов. Если все перечислять, очень много, мы от имени кыргызского народа я с нашего края соображаю на благодарность за вашу работу и успешную реализацию ваших планов. Дмитрий Александрович, в Кыргызстане. Я, наверное, могу сказать, что в этом году совместными усилиями мы все-таки смогли открыть новую страницу в отношениях между. Именно пошли той дорогой, которой должны были давно уже пойти. Хорошо, что какие-то мелкие разногласия, какие-то ошибки старые были забыты. Там, причем я признаю, что часто именно Кыргызстан подводил, наверное, в этом плане. И я надеюсь, что дальше наши отношения будут только развиваться. Хотел бы вас поблагодарить вообще за то, как было внедрено правительств ШОС, он прошел на высоком уровне и на самом деле был, мне кажется, очень полезен всем государствам, и России, и Кыргызстану, я уверен. Но сегодня у нас есть еще возможность обсудить наши отношения. Вы, на мой взгляд, абсолютно точно сказали, вот, абсолютно точно идете, что мы открыли новую страницу, и там всякие разные досадные инциденты, они остались в прошлом. Сейчас у нас дорога открыта и в политической сфере, и в сфере военного сотрудничества, и в сфере экономической деятельности. Как председатель правительства Российской Федерации, последнее мне, что называется, ближе. Вот. И, конечно, мы очень надеемся на то, что все соглашения, которые мы подписали, будут реализованы. Ну, а сегодня, действительно, тоже акт подписания документов состоялся. Я вам звонил, когда распоряжение правительства подписал. Спасибо. Вот. Так обрадовали вы. Да, ну, будем работать дальше. Вот. И хотел вас поблагодарить за неформальное общение, потому что оно всегда важно. Мы с вами друг друга знаем. И вот эти личные контакты, они, конечно, улучшают. Вот не очень выспались. Ну, зато добрая беседа была и очень душевная. Так что большое вам спасибо за неформальное общение. Спасибо. Вообще, если, конечно... Хорошая покупка. Дежурил коллег.